сегодня 14 число. Поздравляю всех со старым Новым годом. Всех благ, удачных и интересных путешествий. Ну и счастья, здоровья и достатка, чтобы это все выполнить. Также времени. Самое главное — это время. Самое главное — богатство. Мы сейчас идем смотреть лодку. Лодка Winnetou Oceanic Clipper. 411 лодка 2000 года. Ну вот, посмотрим, что за лодка. Сегодня прекрасный день будет, говорят, 14 градусов тепла. Уже мы идем, нам жарко. Жарко даже от того, что идем. Смотрите, какой автобус интересный. Туристический. Жарко от того, что еще мы идем, и жарко от того, что светит вот такое офигительное солнце. Вокруг несколько марин вот в этой заводе, там остров, мы обязательно на него сходим и посмотрим, что там такое на этом острове. Говорят, этот вот райончик, этот город назвали в честь этого острова. Тут была какая-то крепость оборонительная. Ну, мы это все посмотрим. Дальше будет интересно. Ну, а пока мы идем, хочу рассказать немного об этой лодке. Увидели мы ее в самый последний момент на сайте Yacht World. Отправил запрос, и со мной связался брокер. Они мне отправили полное описание лодки и фотографии. Вот они. Но как не удержаться и не побывать на ней? Все, кто видел мои прошлые обзоры, думаю, согласится со мной. В письме сообщили, что лодка находится в сухом доке долгое время, потому что на ней жили хозяева и использовали ее как жилье. Теперь они купили себе квартиру, и лодку за ненадобностью решено было продать. То, что лодка стоит в сухом доке, это неплохо. Можно осмотреть корпус, хотя не будет возможности увидеть протечку. Да, конечно. Honda 2.3. Иди сразу, проходи туда. Компас. Компас новый. Что, их часто меняют? Стекло здесь от ультрафиолета, оно портится. Рундочки. Спас-жилет и рафт. Да. 07, 2000. Open Sea, да? Морской. Ага. Но океаник. Life raft is not океаник. No. Just an offshore life raft for Maltese waters. If you want to take away for the rest of the Mediterranean and the rest of the world, it has to be serviced. Yeah. Understand. Thank you. Ну все такое большое, да. Размер это. А это парус, да? Это паруса. Сайл. Ага. О, холодильник такой большой. Ну, он просто холодильник и морозилка, да. Ага. Тоже самодельный такой. Такой лужа. О. Ну, каюта, конечно. Каюта very good. Perfect. И личные доли. Да. Полный рост причем. Я думала, что он будет с. Нет, слушай, тут так удобно, да? It's very comfortable. Exactly. Well, the owners have been living on here for 18 months. Uh-huh. And so they wanted it to feel comfortable and homely, you know? Uh-huh.
Слушай, вообще здесь... Слушай, круто, да? Ну вот этот туалет, конечно, да. Это вообще 5. Туалетик. Спросить. Туда же ручной насос есть. Вот. Back. Storage. Ага. So at the moment just more cushions. Ага. In there. But you can put shoes, handbags, all sorts in there. Plenty of storage. And the same here in the saloon. Это в салоне. Ага. Слушай, свет такой. Курили. Тут переходники у них. И смотри, не течет. Все нормально. Хотя, в принципе, здесь конденсата много. С утра особенно. Переборки. Все целенько, все живенько. Has full surround sound system coming from the Pioneer. Ah, surround. Subwoofer. Wow. In there. Fecal tank. Yeah, black water tank, a holding tank. Holding tank. Yes, yeah. Yes. It doesn't have, but you can install. Very, very simple and easy to do. 40, вот Валерик должен влезть 40 сантиметров. 40 сантиметров. Там так же, наверное. Ну да. Тут тоже, смотри, ручной насос есть. Помп. Что-то интересно, что там вот просвечивает на солнце. Фильтр-линия. То есть здесь крепко, а вот здесь вот просвечивает. А вот что это? I'm not entirely sure, to be honest. Ah. I think for Все, пленка, фильм. For yeah, for putting фильм, да, он достал, yeah, отрезал. Exactly. Вот рундук еще такой. Ну, это только кухонные такие штуки. Плитка лишняя, честно говоря. Печка. Печка. Может, это не рабочая была? Нет, это просто на газу, а тут, когда Марине стоит, на электричестве это практически. Ну, очень большая, у нас такая маленькая такая же, как у Юмита. For when sailing, you have this on a swivel. Uh-huh. To use for two burner. And then obviously the this is in here with the lock, like that. Uh-huh. There we go. Uh-huh. And up, slides open and back down like that. Mm-hmm. Okay. That's it, turn it. Uh-huh. If you want. Yeah. There we go. This is Marda. This is Marda. Varta batteries. Uh-huh. And new, all new. Uh-huh. I feel like I have some немножко, fun. Немножко течет помпа. Помпа. Так, это масло, вот это вода. А, не открывается. Ну ладно. Стиф. Фиг с ним. И щуп. Щуп, щуп, щуп. Как он щуп-то по-английски? Ты не помнишь? Oils, щуп. Щуп and rose? Yes. I think it might be in. Uh-huh. Or... are you looking for the stick or the cap? Может, здесь есть? Так.
Где же на Янмарах-то тут эти щупы? Не, здесь вряд ли, наверное, с другой стороны. Здесь охлаждение. Good morning, Сергей. Christian, how are you? Очень приятно. Good morning. My wife, Татьяна. Good to meet you. Вот он, наверное. Он знает, где the oil. The dipstick. Should we let this man down? Because he's a lot more technical than I am. I'm still learning, you see. About to come down. Thank you very much. So. Dipstick should be on the port side. Yes. Port side. А ты потом посмотришь? Да. Very clean oil. Clean. Для for diesel is very good. The engine service was done about February of last year. February or March. What is it? Oil. It's a bit of oil. I cannot tell you what is that. Mm-hmm. But there is no evidence of any leaks. As I said, we ran the engine for about 5 hours, 6 hours in the last during November and December. And obviously the boat. So for all those hours, as you can see, there's any leak is minimal. There's no significant oil leak. It didn't drop. Didn't drop into the bilges. So it's residual. Okay. As you can see here, this is the compressor for the fridge. The fridge has three compressors, three systems. Our balls don't change. No, never changed. No. The original. Okay. There is no need to change balls. Wow. Unless you have a collision, there's no need to have change. Very good. Exactly. The interior wood, the interior upholstery, very good. Keel bolts, the bilges, batteries are new. You can also do an extension. I saw it on another 411, another boat, similar layout. He cut off this, he removed this, and he made an extension up to here. So you can shift that, but you cannot close the door. Cosmetic attention. Сколько здесь батарей сервисных? All Varta as well, all new. German quality, brand new. 3 years warranty. Немецкие. Germany? Varta. Varta. Yeah, German quality. Немецкое качество. Boiler. Boiler. The hot water boiler needs to be changed. Обеспечер. Обеспечер, но? This is gas. This is gas and this is electric. This is not a microwave. This is convection oven. Oh, oven. You can bake turkey. Ничего. We will see outside. Yes, please. Okay. After you. Thank you. Она раньше была чартерная. Она чартерная раньше была, он после чартера брал ее тоже. Сансейл. Тут все чистенько.
шкоты нормальные. Ярко покрашены вроде. Брашпиль. 50 метров за чай. 50 метров. Safety. Control. Control. Inside. Okay. Inside, so wireless. Вот такие. Целая, даже вот такая пластина есть. Здесь вот удар был какой-то, даже вон стойка. Пытались чуть-чуть замазать, а это сигнальный фонарь, правый зеленый. Да, должен быть. Рундуки. Большой рундук. Да. Палочка для насоса вот тут закреплена, очень удобно. Вот видишь, помпа. Ты вот этот рычажок берешь и. Это что делаешь? Это воду скачиваешь. Это если у тебя накрылось электричество в лодке. Ты можешь вручную. Да, то есть ты можешь какое-то время откачать воду из поёв. А вода в поёв всегда была? Нет, ну вдруг что-то случилось. А, понятно. Ну это как экстренная ситуация. Таких штук, по-моему, здесь, в туалете и в носовой части. Газ локер. Ага, газ. So three. А, три даже. Because one for the magma barbecue. Ага. This uses coal. Ага. But magma is one of the best barbecues. Барбекю. Это барбекю. Да, это барбекю. Тоже? Мангал. Нам тоже такую надо. Кен 411 клипер. Так, смотрим, как киль крепится. Так, и вот это вот место интересное. Вон еще тут снимать надо все и смотреть днище. Вот такая интересная лодка. Конечно, как любая другая, нуждается в ремонте, доработке. Но, наверное, как вы уже заметили по репликам Татьяны, мы уже лодку для себя выбрали.
а об этом вы узнаете чуть позже, я надеюсь. Скажу, что пока на нее обзор не делал. Интрига. Так что оставайтесь с нами, путешествуйте с нами и спасибо за вашу поддержку.